Привет, друзья! Мы в отпуску и решили своим рецептом поделиться. Своими фирменными блинами я хочу с вами поделиться. Просто у меня вот почищенная картошка. Вот такая мисочка. Я как ее буду тереть, мы просто отключимся. Шум тут будет стоять. Вот с этой аппаратурой будем работать. А потом уже как сделаю я это тесто, тогда подключимся. Просто мне на этот рецепт свои фирменные блины, я была их забывшей совсем. Что там, Леня? Еще ты будешь делать? Делать? Ну, увидите потом. Я сейчас только хочу пожарить картошку. Вот столько картошки. Просто на этот рецепт мне вспомнила этот рецепт, когда посмотрела «Драники человека леса сделать». Сергей, спасибо за идею. Это мои фирменные блины. Я вот покажу, как я делаю свои драники. Хорошо, я сейчас вот буду тереть картошку, пока отключимся, потому что очень шумно. Тут вам шум будет стоять от этой жужжалки. А потом, когда уже сделаю тесто, уже этот, тогда подключимся. Тут ничего особенного нет. Просто буду тереть картошку, сырую картошку, так как на цепелины. Все. Ну все, потерла я. Как там будет правильно сказать? Потерла? Или помельчила? Нет, я сам забыл, сейчас запутался. Ну, на терке. На терке. Стерла? Стерла картошку. Вот, натерла. Натерла такую картошку. Вот, надо ее отжать. Вот не так, как на цепелины в сухую массу. Ну, хорошенько отжать. Хорошенько, хорошенько отжать. Ой, мне тут что-то вылезло. Надо жидкость, чтобы было. Я всегда ее отжимаю. И еще одна такая изюминка, когда я делаю вот такое тесто с картошки. Ну, просто я, чтобы не чернела картошка, всегда, когда тиру луковицу, головку, хорошую головку луковицы стираю, когда не чернеет тесто. Бывает. Во! Вот и такая. А это вот жидкость, которая вот тут с крахмалом выливаю вон. Она мне не нужна. Ну все, отжала. Сейчас ложу миску. Вот она такая вот должна быть. На цепелине она должна быть совсем сухая. Вот как здесь. Вот тут на краешке. А на эти мои фирменные блины, мои драники должны быть чуть-чуть мокрее. Все, вот тесто. Как стерла луковицу, она вот такая беленькая, не чернеет даже. Так, в нее я ложу соль. Ну, как любит, солите, как кто любит. Любите соленые побольше, не любите, под соль всегда можно добавить. А выбрать уже не очень. Ложу я вот соль. Картошка любит. Соль. 3 яичка туда пойдет. Всегда так получается, как прямо в тесто вбиваешь яйца. Яичко у меня тут пойдет, если покрупнее, можно и 2 штучки. Я ложу 3, потому что Леня у меня любит яички. И потом ложу я творог в них. Ну вот, здесь 0,5 килограмма, ну совсем не надо на пол, ну какие 300 грамм. Таких 300-400 грамм. Не надо много творога, получится сырники. И все перемешаем.
Поставим хорошенько. Все, я перехожу с руками. Можно, кто-то любит приправу для картошки положить. Кто-то не любит. Вот так. Кто-то не любит вот кусочками творога, может через сеточку перетереть творог. А я люблю, и моей семье любит. Еще надо чуть-чуть. Ну, смотрите, тесто должно быть не картошка и не один творог. Где-то 300-400 грамм. Это на хороший килограмм картошки. Во. Еще я тут ложу. Ложу. Там называется порошок для выпечки. Вот он. Да. Или соду кто-то покашенную, если не имеете. Или его. Вот одну ложку я ложу. Эти блины. Все хорошенько перемешаю. Ой, я забыла сковороду поставить, чтобы она грелась. Надо обязательно в хорошую разогретую сковороду ложить блины. Маслечко не жалеть. Наверное, соли маловато положила. Ну, на камеру очень трудно готовить. Я не любительница готовить. Но как в отпуску, решила еще одним своим рецептом поделиться. Этот рецепт, я помню, с мамой еще. Мама в детстве пекла такие блины. Мне они очень нравятся. Просто как драники делаешь, они очень много жиру набирают. Жирные бывают. А эти не так. Если очень не отожмете, очень такое жидкое получится, но на во. Можно чуть-чуть муки добавить, но я не добавляю муку. И все, тесто готово. Сейчас жду, пока сковорода нагреется хорошенько. С путешествия снимаешь? А, были в концерте, да? Да, тут немножко. Вспомнил. В угол забился, я вспомнил. Ну. Все. Этот крахмал вон, я выливаю, мне не нужен. Потом помою, не снимай тут. Покажу первую партию, потом закончим мы тут. Вот мой Дед Мороз, не Дед Мороз, Санта-Клаус, принес мой подарочек. И вот еще мой подарочек. Тут радио. Тут часы сейчас показываете. И радио, она как-то интегрируется в мебель. Это
тот заблокирует. Дмитровские. Что это? Кофемолка. О! Какая она. Да хорошо. Так мелко, хорошо. Кофе даже на экспресс пошла бы. Я такая кофеманка еще. Во! Мой подарочек. Это морозика. Смотри, цвет совпал. Да, да, я тоже. Я думал, что Дед Мороз думал, как покупал. И тут вот цвет совпал, тоже Дед Мороз думал. Надо хорошенько, чтобы разогрелось. О, когда мы эту кухню закончим? Тут хоть какая Новый год, хоть какой. Зачем разогревать? А потому что если ложить холодное масло, холодное, очень много напитается, в себе втянет этого масла и будет очень, очень жирное. Надо, чтобы хорошенько разогреть. А я вот так делаю, я эти свои драники формирую руками. Вот так, как сырники. Вот так делаю я. И сковородкой. Вот такие мои драники. Они такие мягенькие, пушистенькие получаются. Ну, если точно говорю, если кто-нибудь не получится отжать хорошенько, у меня руки засильные, я капитально могу отжать. Тогда можно чуть-чуть муки добавить, чтобы... Ну, мне мука-то портится. Картошка и мука, это мне что-то несовместимое. Вот. Итак, чуть-чуть огонь уберу. И на медленном таком огне, чтобы раз пропеклись, не пеку. Да, включимся. А потому что тепленько уже слюной давится. Уже через запах холода стоит. Текет. Включимся, когда напечем. Да. Ну все. Испекла я все блины. Вони какие получились. Пушистенькие. С пылу жару. Уже мои ребята уже слюней давятся. Вот посмотрим, что внутри. Во, вот они какие. Вот, и со сметаночкой. Мы любим со сметаной, кто с маслом, кто еще с кем. Все, приятного нам аппетита.